Sony FH7, проверочный продажный видос. То есть проверяем функционирование звучания перед выставлением на продажу. Значит, все-таки они хотят. Значит, японская модель, питание 100 вольт, но тюнер перестроен нормально. Без конвертера. Ну да, протекционизм со стороны брать. Ну, как в дальнейшем будет. А сейчас у нас все по тюнеру посмотрим. Да. Но он в автомате немножко ленивый. Пишите сроков вместе порядки получения мездома. На старт, внимание! Старт! Это мы с горячим чаем. Тут заезд устраивал около сцены. Ну, пока поднимаемся с основным горячим заездом. Нереально крутое настроение, вообще, ну, естественно, музыка. И сегодня все это вдруг кто-то не сможет еще доехать до нас. Вы так, дует нормально. Мы выкладываем видео, мы делаем кружочки, снимаем. Незаменимая вещь. Так, что еще там осталось чем-то просканировать? Ну, как-то вот так. Итак, что у нас? Дека? Дека тут добрая. На три типа лент. С автореверсом. Куда деваться? Вам кажется, просто у меня ничего не записано. Так, с перемоточкой тут. Вперед мотает. Назад что-то не очень мотает. Не знаю, не разбирался. Но реверс работает, можно проверить. Вот, смотрим. Вот, реверс нормально работает. Может, пасик, может, еще что. Короче, хромает перемотка назад. Все остальное хорошо.